секретные съемки. Мы в клинике. У нас отошли воды. Мы рожать собираемся. Матка открыта наполовину, сказал доктор. Надо ждать. Дали два укола. И мы лежим, ждем. Пособирали дома всех детей сами, кстати. Ждем. А ты как это, ты как Альчик? А ты не видела, девочки, мальчик кто? Да ладно, хай господи. Ой, там поединка. Ну, поединка все перевязаны. Не, я не веду. Я... Ой, Глянка, вон Лиза. Я просто не могу, они же перчатка, нельзя и без перчатка. Там можно, просто мы там... Ой, боже мой, какие ты активные. Какие ты активные, я... О, Майся. Нам вчера исполнилось. Как она их охраняет? Раница. Видите, кстати. Пусть. Видите, охраняет. Нам вчера исполнилось 2 недельки. Ой, 2 недельки, 1 неделя. Так, вот это вот брошенька. Это рыженький тигрик, это беленькая. У беленькой, кстати, сегодня, уже вчера начали открываться глаза. Здесь видно. Мы их где-то раз в 2 недели весим. Такой кантер электронный у меня есть рыбацкий. Ну, прибавляют они примерно где-то по 15 грамм за 2 дня. Вот. Подкармливаем сучьим молоком их иногда. Но не часто. Молока у нее хватает. Все хорошо. Она у нас мамочка, все их охраняет. Молодец. Обычно бывает, вот после кесарева, бывает, собаки бросают. У нас все нормально, все хорошо. Вот. Что еще? Значит, сегодня 8-й день. Это через 3 дня мы пойдем снимать швы ей. Вот. Ну, там уже нам скажут, что делать дальше. Пока что все. Смотрим дальше, да. За тем, что как они будут расти. Да? Еще она. Да, вот это вот девочка, это мальчик. Лыжик маме. Здесь. Красивый окрас очень у него. Где моя лыжка? Вот эту вот малышку мы хотим оставить себе. Это будет брошка. Броха. Смотрите, видишь, как тебе она оживилась, Буська. Я забрал брошку. Брошку забрал. Брошеньку. Мась. Белые глаза открываются уже. Мась. Буська. Смотрите, глазки открылись, видите? Глазки открылись. Ну все, буду дальше снимать. Конечно. Охранница ты наша, охраняющая. Молодец.